Добрый день, милые зрительницы! Интернет-магазин «Серебряная птица» с удовольствием представляет вам новый видеообзор серебряных украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Новые тренды и нестареющая классика – все это уже ждет вас в нашем видеообзоре, чтобы вы вдохновлялись на новые ювелирные мечты и покупки. Ну а мы с удовольствием в этом вас поддержим. Итак, начинаем наш видеообзор. Сегодня начинаем наш показ вот с такого классического комплекта в черненом серебре и с грациозным фианитом. Серьги и кольцо в покрытии оксидирования. Идеальное дополнение как к деловому, так и к вечернему образу. Обратите внимание на комфортную высоту серег и как элегантно они будут смотреться на ушке своей обладательницы. А кольцо идеально дополнит комплект. Диаметр вставки на изделиях 4 мм, высота серег 18 мм, ширина 5 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,2 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 6 мм и его паспортный вес 2,6 грамма. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы в покрытии золочения. Вставка – имитация жемчуга. Украшение как нельзя лучше подходящее для вечернего наряда и элегантного образа. Особенно роскошно будут смотреться они с благородным черным платьем и, конечно же, подчеркнут вашу грацию и чувство стиля. Высота серег 100 мм, ширина 10 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 4,92 грамма. Высота подвески 94 мм, диаметр верхней жемчужины 10 мм, петелька 6 мм. Паспортный вес 1,75 грамма. В обзоре использована цепь PG5R. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы. Украшения без покрытия. Вставка на них – имитация жемчуга. Комплект похожий на предыдущий из нашего обзора, но в варианте без покрытия. Такое серебро выглядит словно белое золото, также благородно и величественно. Переходите по ссылкам в описании к видеоролику и заказывайте себе в коллекцию эти прекрасные украшения. Высота серег 100 мм, ширина 10 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 4,92 грамма. Высота подвески 94 мм, диаметр верхней жемчужины 10 мм, петелька 6 мм, паспортный вес 1,75 грамма. В обзоре использована цепь PG5B. Серьги и подвеска из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Акцентные аксессуары из серебра всегда привлекают к себе внимание, и данный комплект не исключение. Только представьте, какой оригинальный образ можно собрать с ними и как ярко будут в нем выделяться изделия от интернет-магазина «Серебряная птица», который всегда рад предложить вам идеи для воплощения своих ювелирных желаний. Высота подвески вместе с петелькой 41 мм, петелька 8 мм. Паспортный вес 4,33 грамма. Высота серег 40 мм, ширина 27 мм. Рабочая зона крючка застежки 5 мм. Паспортный вес 11,31 грамма. В обзоре использована цепь RDG5. Серьги из серебра 925 пробы в покрытиях золочения и родирования. Украшения без вставок. Серьги, создающие совершенно особенное настроение. Отличный способ порадовать себя в наступающий весенний сезон.
легкие во всех смыслах этого слова и очень интересные. Они обязательно привлекут внимание к своей обладательнице. Поэтому, если хотите собирать комплименты, то скорее заказывайте эти украшения на нашем сайте serebrennaya-ptitsa.rf, пока эта новинка есть в наличии. Высота серёг 29 мм, ширина 12 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 3,44 грамма. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделия из золочения с элементами выборочного родирования. Вставка – искусственная шпинель. В рамках нашего видеообзора открываем показ сетов в одном дизайне, но с разными вставками. И первый на очереди комплект с утонченной искусственной шпинелью актуального травяного зеленого цвета. Очень нежный и изысканный комплект, который так легко вписать и в коктейльный, и в повседневный образ. Выбирайте под настроение аксессуары из серебра в нашем интернет-магазине serebrennaya-ptitsa.rf и смотрите следующий обзор этого комплекта с вставкой другого цвета. Высота серёг 18 мм, ширина 12 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,58 грамм. Размеры верхней части кольца 18 на 12 мм, ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес 2,68 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие золочения с элементами выборочного родирования, вставка фианит. Продолжаем показ сетов в великолепном фантазийном исполнении, и сейчас перед вами в данных украшениях уже фигурирует фианит насыщенного синего цвета. Словно очаровательный сапфир, такая вставка непременно подойдет голубоглазым красавицам, но и также подчеркнет глубину взгляда любого цвета глаз своей счастливой обладательницы. Ссылки для заказа украшений находятся под описанием к видео. Порадуйте себя в нашем интернет-магазине. Высота серёг 18 мм, ширина 12 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 3,58 грамма. Размеры верхней части кольца 18 на 12 мм. Ширина шинки кольца 2 мм. Паспортный вес 2,68 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий из золочения с элементами выборочного родирования. Вставка фианит. И еще один вариант комплекта, завершающего наш мини-сет. В этот раз на ваших экранах нежный фиолетовый фианит. Напишите нам в комментариях, какая из представленных вставок вам понравилась больше всего. Украшение с какой из них вам захотелось приобрести? Будьте неотразимы вместе с интернет-магазином serebrennaya-ptitsa.rf. Высота серёг 18 мм, ширина 12 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,58 грамма. Размеры верхней части кольца 18 на 12 мм, ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес 2,68 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий родирования, вставка, фианит собственной огранки и небольшие фианиты. Представляем вам еще один сет, который мы покажем также с двумя различными вставками. В этом кольцо и серьги украшают фианит собственной огранки самого актуального цвета сезона, согласитесь. Сочетайте его с актуальным твидовым костюмом, блейзером или жилетом в цвет и будьте уверены, вы окажетесь на самом пике всех модных тенденций. Размеры фианита собственной огранки невероятно трендового цвета 15 на 7 мм. Высота серёг 23 мм, ширина 11 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 7,17 грамма. Размеры верхней части кольца 19 на 11 мм, ширина шинки кольца 3 мм, паспортный вес 4,87 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие изделий родирования, вставка, фианит собственной огранки и фианиты. Вот еще один комплект украшений, на этот раз с насыщенной желто-лимонной вставкой, которая ничуть не уступает в актуальности сиреневому цвету. Какую вставку вы бы выбрали для себя? Переходите по ссылкам в описании на сайт нашего интернет-магазина и заказывайте в свою коллекцию самые актуальные ювелирные изделия сезона.
Размер афианита собственной огранки роскошного желтого оттенка 15 на 7 мм. Высота серёг 23 мм, ширина 11 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 7,17 грамм. Размеры верхней части кольца 19 на 11 мм, ширина шинки кольца 3 мм, паспортный вес 4,87 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий золочения, вставка, фианит. Минималистичный и аккуратный комплект серебряных украшений сейчас перед вами. Такие изделия прекрасно подходят как к деловому стилю, так и к нежному романтичному. Выбирать, конечно же, вам. А мы лишь напомним, что все ювелирные мечты осуществимы в интернет-магазине «Серебряная птица». Переходите по ссылкам в описании к видео и убедитесь в этом сами. Высота серёг 17 мм, ширина 6 мм. Рабочая зона крючка застежки 7 мм. Паспортный вес 2,06 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 6 мм. Ширина шинки кольца 2 мм. Паспортный вес 1,39 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий родирование, вставка, фианит. И еще один вариант предыдущего комплекта, но уже в покрытии родирования. Мы гордимся тем, что в нашем магазине каждая может выбрать себе или своим близким именно тот вариант украшения, который больше нравится. Понравился комплект украшений, но хочется другое покрытие? Нет, ничего проще. В нашем каталоге почти всегда представлены все доступные варианты покрытия любимых изделий. И эти украшения не исключение. Ждем вас на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf за покупками. Высота серёг 17 мм, ширина 6 мм, рабочая зона крючка застежки 7 мм, паспортный вес 2,06 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 6 мм, ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес 1,39 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование и также на изделиях присутствует алмазная грань. Украшение без вставок. Удивительный комплект филигранных украшений, словно сотканный из невесомой серебряной нити. Великолепен в каждой своей детали. Поклонницы сочетания таких нежных узоров и акцентной алмазной грани явно оценят этот комплект по достоинству и заберут в свою коллекцию украшений. Напишите нам, как на ваш вкус такие изделия. Высота серёг 29 мм, ширина 22 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 6,15 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 16 мм, паспортный вес кольца 3,87 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие украшений оксидирование, вставка, фианит. Величественный, поистине царский комплект украшений. В нем роскошно просто все, согласитесь. Вставка, ткань и черненое серебро. Настоящее богатство любой коллекции серебряных украшений. Переходите по ссылке в наш каталог на сайте serebrnayaptitsa.rf и заказывайте эти невероятные изделия. Почувствуйте себя настоящей царицей. Высота серёг 26 мм, ширина 13 мм. Диаметр вставки 6 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес серёг 7,97 грамма. Размеры верхней части кольца 27 на 13 мм. Диаметр вставки также 6 мм. Ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес 5,17 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий родирования, вставка, фианит. И в заключении нашего обзора мы предлагаем вам полюбоваться вот на такой геометрический комплект украшений. Выглядит очень оригинально, как кольцо, так и серьги. Обратите внимание, что кольцо не разъединенное и не повредится при ношении. Мы надеемся, что наш обзор вас порадовал и принес
вам много новых идей и вдохновения для того, чтобы побаловать себя и поднять свое настроение ювелирными покупками. Мы будем рады видеть вас на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf и, конечно же, будем ждать встречи в новом видеообзоре. Высота серёг 18 мм, ширина 6 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,11 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 8 мм, паспортный вес 2,8 грамма.